Сходница – самый молодой и перспективный бальнеологический курорт Украины. Чудесным образом соединились уникальные природные силы Карпатских гор, целительные минеральные воды, великолепные виды и чистый горный воздух. Сходница – один из наймолодших курортів нашої України. Сходница розвивається не тільки як бальнеологічний курорт, а як мека туризму пішохідних, велосипедних, навіть повітряних екскурсій. Сходниця є приваблива і красива в любі пори року, не тільки літом, а зимою, осінню і весною. І тому, щоб всю цю красоту побачити і себе оздоровити, ласкаво просимо до нас у Сходницю. Это настоящая жемчужина Карпат. Именно здесь находится лечебно-оздоровительный комплекс «Зеленый Бор». Новый, современный курортно-оздоровительный объект, который в полной мере реализует уникальный природно-рекреационный потенциал этого удивительного уголка украинских Карпат. Здешние целительные воды разнообразны. Гидрокарбонатные, хлоридно-натриевые, йодобромные, железистые, с высоким содержанием органики. Это позволяет эффективно оздоравливать и лечить различные системы организма. Желудочно-кишечный тракт, печень, почки, кровеносную и нервную систему, а в сочетании с чистым, разреженным горным воздухом также дыхательную и сердечно-сосудистую. Здесь отступают различные заболевания, в том числе и такие трудные для излечения, как сахарный диабет и железодефицитная анемия. Квалифицированные врачи накопили богатый опыт в назначении соответствующего лечения и физиотерапевтических процедур. Также в комплексе «Зеленый Бор» развивается относительно новое направление лечения с помощью пчел – апитерапия. Апитерапия на сегодняшний день является одним из наймолодших методов народной медицины. Про це можна говорити з повною сміливістю через те, що вперше на науковому рівні про апітерапію почали говорити в 2011-2012 році. Апітерапія в себе включає три напрямки. Перший – це використання продуктів бджільництва, яких нараховується 7 в різних комбінаціях, в сумішах. Другий метод – це бджоловжалення. І третій метод – це сон на вуликах, або так звана біорезонансна терапія. Серьезные исследования подтвердили, сон на ульях – чудодейственное средство оздоровления. Сеанс лікування полягає у перебуванні в біомодулі хворому на протязі 2 годин. При цьому ми добиваємося того, щоб через 15-20 хвилин хворий заснув і був твердий, спокійний сон більше години. Комфорт – необхідна составляюча часть оздоровительного процесу. «Зелёный Бор» предлагає своїм гостям удобні і уютні номера різного типу. Є бар, бильярд, летняя терраса и барбекю. Прекрасным дополнением для оздоровительных восстанавливающих процедур служит закрытый бассейн и сауна на дровах. В курортном деле очень важно диетическое питание. Говорят, что традиционная карпатская кухня может поставить на ноги любого больного. Преувеличение? А кто знает? Лучше убедиться на собственном опыте. Пребывание в комплексе «Зеленый Бор» полезно всем – взрослым и детям, больным и выздоравливающим, и даже тем, кто считает себя вполне здоровым. Здесь можно фактически заново родиться, ведь легенды про местную живую воду и вечную молодость возникли не просто так. Поэтому стоит приехать и убедиться во всем самому. «Зеленый Бор» ждет гостей.